Болеет малый отрок слабыми ночами. А диагностики такой же спектр потемок. Какому берегу тот утлый чел причалит? Хотя казался вундеркинд и емок. Нас с воспитателями всех один другому поставил и назначил подписи, скрепил. И в этом звании с печатью Иеговы все оговорки наши под языком трофил. Толкует нам о новом поколении, о кодексах, о чести, нравственных устоях. Но что и человек без Бога? Грешный пленник и ломаного грошика сам патриарх не стоит. И даже нянек всем при чаде захудалом все вместе взятые исправить не смогли. Свое все лучшее ему не передали, таков весь путь всех жителей земли. Но если, смирив свою гордыню, сознались в немощи своей, в том расписались, попрали самость, смерть в надмене дымном, потускло позолото свет сусальный. Христу воскресшему в Троице единой припасть, вопить на море слезном, и гордость наваждения может сгинуть, мы о спасении задумались серьезно. Молитва, Библия и жизнь с открытым оком, умение видеть, что под покрывалом, что нравится, потом нам выйдет боком, а скал проявится под шлемом и забралом. Ступени вверх, успехи к совершенству, потустороннее приблизят наяву. Без горьких трав теперь один опресно, хлеба, отпущенные с прибылью, плывут. Болезней нет и настежь все ворота, соединение полное с воскресшим женихом. И жизнь, прошедшая, не кажется короткой. Путь увенчался вечностью. Иисус пришел. 2 июля 2010 года.